Золотых Дар кормят маленьких енотиков. Откуда они? Да не, они вчера ночью родились, видимо. Я до конца сам еще не знаю. Мне привезли его и дали 3 енотика. Такие манюсенькие, в общем, манюсенькие. Я не буду близко к камере, я увеличу вот так. Вот такой манюсенький, но кушает. Привет, друзья. Здесь. Ну что? Оля, тебя ты самая любимая публика, любимица публики. Так, давайте, я вам хоть кто есть. От Аллы Старцевой, от Ларисы Адамовой, от Натальи Чеченковой, от Оли Коробкиной, Люды Тамохиной, от Лены Микур, от Пати передают большой вам привет. Прекрасные Олечки, и Эльдару тоже, и всем труженикам. У меня труженик ушел. Спасибо, Эльдар. Да. Огромную вам благодарность за вашу любовь к животным, и душевное отношение к ним, за ваш труд и заботу о питомцах. Спасибо вам большое. Это такой труд. Вот сидит тут мама Эльдар. Адский труд. Ну и папа, и мама. Папы тоже могут кормить детей. Ну, как вот. Матери нету, тяжело. Так, ну ладно. Пока. Пока-пока. До новых встреч.